Привет! Есть два типа странных вещей, которые поддаются хоть какому-то объяснению, но и такие, как этот маникюр. Они просто существуют. Сегодня покажем тебе и те, и другие. Поехали! Какую-то похожую штуку мог изобрести Джон Крамер. Но нам в этом случае почему-то больше жалко рыб. Если ты не знал, как развлекаются стеклодувы, то вот тебе пример парочки поделок от мастеров, которые сделаны просто ради веселья. One of my students made glass glasses. Here's what the process looked like. They were really cool, but I was scared the whole time you wore them. Don't blink. I'm walking around my school while I wear my new glass invention I made. I'll see if I make any new friends. Okay, update. I haven't made any new friends. I've gotten some looks, and I have sensory overload. Success! А вот как раз та самая странная вещь, у которой есть железное логическое объяснение. Думаешь, в таких кроссах нет никакого смысла? Еще как есть, если у тебя вот такая стопа. У этого приятеля, кстати, и носки соответствующие. С такой зажигалкой и перцовый баллончик не нужен. Просто достаешь ее, если у тебя спросят огоньку в темном переулке. В коллекции у художницы из Шотландии еще немало предметов ручной работы в таком же криповом стиле. Но наш фаворит – вот этот приятель, заменяющий собой садового гнома. Ну, и где в этом городе бамбук? Тут, как понимаешь, без объяснений не обойтись. На тебя сейчас смотрит морской огурец. Кстати, сколько нужно заплатить тебе, чтобы ты его съел? А вот японцы сами готовы платить, чтобы полакомиться этим странным животным. И даже употребляют его в пищу сырым. Но зато теперь чувак может быть точно уверен, что добился минимального процента подкожного жира. Пережить потерю глаза непросто, но врач Зак Горонзик помогает людям с такой проблемой чувствовать себя немного лучше. Посмотри, какие кастомные протезы он изготавливает. Среди его пациентов теперь есть даже Саске Учиха. Наверняка дизайнер еще и получил внушительный гонорар за такую эксклюзивную идею. Инсайдерская инфа. Следующие кроссовки после Yeezy Foam будут выглядеть вот так. На очереди у нас еще один странный обитатель морского мира. Зацени его видок, словно кто-то сделал чучело из старого бабушкиного ковра. Тут мы, кстати, недалеки от истины. Бородатый вабигонг относится к семейству так называемых ковровых акул. Ага, это акула, причем ни разу не безобидная. Такая маскировка нужна медлительным вабигонгам для охоты на рыб. Но зарегистрированы случаи и нападения на человека. Огромная пасть позволяет этим существам проглатывать добычу до метра длиной. Слушай, мы тут немного иронизировали над современным искусством, но в этой задумке Уильяма Коббинга действительно что-то есть.
Этот робот-скейт на 24 механических лапках, объединенных в пары, способен перевозить человека весом до 80 килограммов. Особой практической пользы в таком транспорте нет. Просто один японский изобретатель очень хотел порадовать своего сына. Интересно, снятся ли ему теперь кошмары с многоножками? Приводишь такой свою пару на свидание на набережную, а там из воды на вас поглядывает огромная голова. Жители Бильбао наверняка были шокированы таким арт-объектом. Тем более, что власти установили его ночью без всякого предупреждения. Кстати, создатель статуи, художник Рубен Ароско, действительно хотел вызвать у людей тревогу, но за состояние окружающей среды. Фигура показывает, как отношение людей к природе может потопить всех нас, либо удержать на плаву. Не зря говорят, что мужчины — это большие дети. Кто же еще придумает превратить вентилятор в реалистичный игрушечный вертолет? Главное не уснуть под таким после того, как вернулся из бара. А ты думал, строительные технологии 21 века — это только автономная техника и 3D-принтеры? Вот с таким фаер-шоу наносят битум на крыши домов где-то в Турции, чтобы состав не успел затвердеть и можно было сразу же нанести на него следующий изоляционный слой. Сейчас надо сделать вид, что мы что-то понимаем в современном искусстве. Ведь это не просто летающие пакеты, а арт-объект на одной из выставок. Наглядный пример пользы технического прогресса. Из-за травмы этой девушке пришлось полжизни провести на инвалидной коляске. Но теперь вот такой прибор должен помочь ей заново научиться ходить. Как ты уже мог догадаться, это странная конструкция, так называемый сухой туалет. Он полностью автономен, не требует подключения к водопроводу и даже электросети. При нажатии на кнопку механизм собирает отходы в специальный мешок. Круто, технологично, удобно, но садиться на такой почему-то страшновато. And then what I'm going to do is I'm going to go ahead and hit the button. No. Без маски сейчас никуда особо не зайдешь, но и с такой маской шансы попасть внутрь не особо велики. Это дизайнерский прикид, если что. Пока ты не объявил чувака безумным, реабилитируем его. Он просто примерил чучело, которое студия спецэффектов создала специально для ТВ-шоу. Отменяй звонок в 911 и скажи маме, что ты ее не звал, а ей просто показалось. Червь не настоящий. Это ребята из парка развлечений Universal Orlando решили шокировать публику таким реалистичным аниматроником. Если ты считаешь, что мыло — это один из самых банальных подарков, ты просто не видел этого!
Такой презент точно мало кого оставит равнодушным. Говорят, кстати, оно еще и нереально вкусно пахнет. Тут должна быть шутка про туфли здорового человека и туфли курильщика. Но будем серьезны. Вообще-то создатель этой обуви хотел обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды окурками. Создатель этой штуки, похоже, черпает вдохновение из самых худших кошмаров. Перед тобой работа известного скульптора-сюрреалиста из Японии под псевдонимом Screaming Mad George. Все его творчество сосредоточено вокруг вот таких ужасных, но от этого не менее завораживающих вещей. Кстати, его примеры ты мог наблюдать в таких культовых кинолентах, как «Хищник» и «Кошмар на улице Вязов», где Джордж отвечал за спецэффекты и грим. Хейтеры сейчас начнут говорить про опорную трубу, спрятанную в струе воды. Но какая разница, если этот летающий чайник выглядит действительно круто? Хотел бы иметь объемную копию себя, пусть даже крошечную и еще с тех времен, когда ты даже не появился на свет. Сейчас, благодаря развитию технологий, такая возможность есть. Во многих странах активно развивается сервис, который печатает снимки УЗИ на 3D-принтере. Объемная модель эмбриона помогает родителям не только оставить память о самом первом периоде жизни ребенка, но и быть более спокойными и даже попытаться определить, на кого все-таки будет похож малыш. Лови способ оставить незабываемое впечатление о себе у гостей, если у тебя дома есть камин или собственный участок. Возможно, именно для этого чуваки из Мементо Мори и создают такие полежки. Представь себе самые стильные солнечные очки, которые только можно вообразить. Ты чё творишь, гад? Очки сломал. И они все равно не будут выглядеть так же эффектно, как эти. Кстати, фирма Sisus придумала эти очки не только для мега-крутого лука. В первую очередь они призваны защитить владельца от ультрафиолетовых лучей и окружающих вирусов. А еще это отличный способ маскировки, если не хочется встречать знакомых по дороге в магазин. Нашли для тебя must-have для особенно жарких летних дней. Шляпа с вентилятором, который работает на солнечной батарее. Аксессуар, который не просто поможет тебе охладиться, но и заставит прохожих кидать в твою сторону завистливые взгляды. Ну, либо озадаченные. Зато тебе комфортно, а им нет. Твое свидание почти наверняка будет провалено. Зато какой получился пранк! Просто украсть такими свечами стол на следующем романтическом ужине и делай вид, что все в порядке. Оставь такую зарядку на столе, и коллеги больше не будут подходить к тебе с дурацкими просьбами. Устройство выполнено в виде человеческой пуповины и шевелится, когда подключено к сети. Зачем? Почему? Ответ один. Это сделали в Японии. Первым было не яйцо или курица, а космический корабль, который привез их на Землю. Только зацени, как этот любитель космических штук из Айдахо оформил курятник у себя во дворе. Для основы американец использовал две старые трехметровые спутниковые тарелки, хорошенько утеплил всю конструкцию, ну и добавил вот такого зловещего освещения с помощью ламп и светодиодной ленты. Видео подошло к концу, а значит, время для честной сделки. С тебя лайк, если увидел много нового, с нас очередной увлекательный ролик.